Свинина, запеченная с картошкой и черносливом. Лук нарежьте полукольцами, а мясо кусочками 2 на 3 сантиметра. Картофель отварите до полуготовности и нарежьте соломкой. Все ингредиенты посолите, поперчите, перемешайте и разложите поровну в посуду для запекания. В каждую емкость добавьте по одному листику лаврового листа и одному черносливу. Залейте по 5 столовых ложек овощного бульона в каждую емкость. Сверху положите по 30 граммов сливочного масла. Накройте каждую емкость крышечкой из теста. Выпекайте блюдо в разогретой до 200 градусов духовке 35 минут.